Сейчас вы увидите минских девочек. А вообще в группе обучаются из России, из Эстонии, из Латвии, из Украины, из Беларуси, правильно? Все назвала, все страны. А наши кураторы, они из Украины и из Латвии. Вот, нас сейчас 15 человек, наверное, уже меньше чуть-чуть. Вот, и вообще группы здесь очень много. Есть очная группа в самой Алмате, а есть разные заочные группы, и группы есть в Америке, в Испании, вообще просто по всему миру, Канада. Институт, он живет по всему миру. Все, и мужская группа. Нас немного, но мы в теме. Больше на одного человека. В том году у нас было двое, в этом году уже трое. Надеемся, что мы продолжим эту тенденцию и будем развиваться. Где Михаил здесь, и Николай здесь. Мы подготовили для вас песню. Эта песня известная, и мы переделали, правда, куплеты. Но оставили припев для того, чтобы вы могли вместе с нами подпевать. Мы попросим Руслана. Руслан, гитары, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, поддержите нас, мы волнуемся. Я верю в Христа, я верю в Гауда, Мугуту, я верю в Пророка Мухаммеда, я верю в Христа.
И сегодня мне бы хотелось рассказать об одной истории. Я 2 месяца была за границей, и когда я возвращалась, в Варшаве, ко мне подходит девушка и говорит: «Вы Татьяна, тут надо пакетик передать». Знаете, я достаю этот пакетик, а мне говорит: «Вот, подождите, вот письмо, написано письмо Татьяне Кореевой, то есть мне». Короче говоря, этот пакетик был подарок мне от наших девочек, от нашей группы. Я расплакалась прямо в этой Варшаве на этом вокзале. Девочки мне подарили калаш с фотографией наших учителей, своих фотографий, книг, которые книг Радханат Расвами, путешествия вокруг себя, которые я просто мечтала. Мне хочется выразить признательность и отблагодарить девочек за вот это добро, за этот свет, который они несут, и за этот подарок, и за вот это чувство и извинение, которое подарил нам институт. Поэтому наша Олечка Григоревская, она мечтала о книге. Ну что, засиделись?